К новогодним темам все свои. Предновогоднее мероприятие под таким названием открылось в центре «Мой бизнес», где будет проходить в течение 2 дней до 22 декабря. Эта акция, проводимая по итогам года, рассчитана в первую очередь на самозанятых граждан региона. Более 20 предпринимателей представили свою продукцию. Это ароматические, парфюмерные, кондитерские изделия, сувениры, картины и многое другое. Понравившиеся образцы можно тут же приобрести на месте. Параллельно проходят семинары, ведущие которых делятся не только секретами своего успеха, но и рассказывают о своих неудачах, подробно их разбирая, чтобы слушатели не повторили таких ошибок. В центре «Мой бизнес» отмечают важность и полезность такой акции. Это такие объединяющие мероприятия, которые помогают предпринимателям все-таки встретиться, пообщаться. И опять-таки мы первый раз делали формат именно бизнес-ошибок. И сейчас у присутствующих будет возможность разобрать ошибки прямо здесь. Мы пригласили там специально эксперта в этом вопросе, поэтому будет формат живого общения. И это как раз очень хорошая возможность подвести у себя какие-то итоги, да, своей деятельности и, возможно, что-то перестроить в следующем году.